что теперь? Свет у нас в Мидгард. В другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Чего нужно-то? Сынка. Опять вы. Если это тебя устроит. Только зря время потратил. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. А это что?
Рок, вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. Где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Запад. Хорошо. Враги убиты. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Я же говорил, нам нужен ключ. Сын. Любопытно.
Я знаю местечко, где может быть спрятано сокровище. Юный Атрей, чем могу служить? Ну а ты, юноша? Вернемся к тебе. Ну, если что-то будет нужно, я тут. Волки! Что? Ты живой? С болью я справлюсь. Хорошо, продолжай. Ты стал лучше. Небоход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть. Корней нет. Видно, ведьма сюда не ходила. Атрей, сюда! Да, отец! Звезда! Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени.
Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Идем, закончим дело. Перелезем. Говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. История о великане с головой оленя. Кто он? Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают. Я почти разобрался. Руны? Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прялся. Что происходит?
я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Лёха! Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Что он там? Ха!
Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Прочесть можешь. Слушай! О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Сын? Этот язык я уже видел. Машину, конечно. Ищем путь наверх.
Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет, то, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Хватит! Ну я же просто... Ладно. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Да тут полно драугров! Что с этим драугром? Он взорвался! Что это значит? Ладно. Механизм похож на гноми, но камень явно клали йотуны. Великаны не просто забывали эту труду, они жили здесь. Ugh!
А я все думал, кто разбудил всех драугров в горах? А нужно было догадаться. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Согласитесь помочь? Она тяжелая. Да, смогу. Двигается? Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу.
смотри, еще фонарь. Сломан, брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Лучше. Ты почти достал. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Ah!
Опять. Еще рано уходить. Мы наверняка что-нибудь придумаем. Thank you.
Точно! Поехали! Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий.